Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net, страница 26, упражнение номер 4. Всего в коробке было 10 ложек. Мы видим, что из коробки взяли 4 ложки. Сколько ложек теперь? Чтобы узнать, сколько теперь ложек, нужно из того, что было, из 10, вычесть то, что взяли, то есть 4. Останется 6. 6 ложек в коробке теперь. Всего на блюде было 8 чашек. Мы видим, что с блюда 2 чашки взяли. Сколько чашек теперь? Было 8. Взяли 2, вычтем 2, 2. Останется 6. 6 чашек на блюде осталось теперь. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.